Ты уже снимаешь? Да. Hey guys, this is cool story, bro. Сегодняшняя история будет про конфеты. И про Алекса Брукса. Это такой чел, он веселый, наивный, добрый, комфортабельный, информативный, бесценный и хитрый. С его участием будет встречаться много историй. Ну так что, приступим к самой истории. Дело было этим летом 2013 года. Я, Макси и Саша Брукс купили много конфет. Килограммов 5-6 и пошли к Саше Бруксу домой. Пришли, значит, к нему домой. И он говорит, мол, посидите в комнате, поиграйте в компьютер, посмотрите телек, я пока чай заварю. Ну мы, разумеется, согласились с его предложением. Сидим с Максом, играем в Saints Row, смотрим ШБ. Я только к Максу подхожу и говорю, Макс, а хочешь фокус покажу? Конечно, хочу. Мы вдруг задумали, почему Саша Брукс так долго заваривает чай? Экстази! ЛСДМ! Мы безумно заинтересовались и решили, пока он там возится, подшутить над ним. Взяли клей-момент и приклеили его портфель к полу. Он заметил это только 1 сентября и обиделся. После того, как мы немного пошалили, мы решили проверить его. Что да как там. Заходим на кухню. А там... лежит Саша Брукс на полу в коме. Вот это поворот! Пустой пакет от конфет и разбросанные фантики повсюду. И лицо у него было все в шоколаде, как у детей в американских мультфильмах. Мы, конечно, расстроились то, что Саша съел все конфеты и отвезли его в больницу. Через неделю он вышел из комы и все было хорошо. Хочу отдельно передать привет тебе, Саша Брукс. Не болей и крепкого здоровья, и страйк больше не пей. А с вами был Даня Океанов. Давай, пока!